Этот рецепт меня не раз выручал, когда нужна вкусная ароматная выпечка к чаю. Булочки настолько нежные, мягкие, что сложно отказаться. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Надеюсь, вам понравится. Рассказываю, как приготовить французские булочки. Я всегда для такой выпечки покупаю прессованные дрожжи, они никогда не подводят. Некоторые хозяюшки используют маргарин. Можно, берите высшего качества, но я предпочитаю сливочное масло, тогда булочки очень вкусно пахнут молоком. Вместо мака иногда добавляю корицу или изюм, по желанию и ванильный сахар или экстракт для ароматизации теста. Подробнее читайте в моем рецепте. Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Подготовьте продукты. Приступим. Масло желательно достать из холодильника заранее, чтобы оно было мягким, или поставить на полминутки в микроволновку. 2. Сразу сделайте крем для булочек. Для этого соедините мягкое масло с сахаром, крахмалом и маком, вилочкой перемешайте. 3. Должен получиться мягкий, однородный крем, миксер не понадобится, все легко смешивается вилочкой или ложкой. 4. Теперь займемся тестом. В миске соедините теплое молоко с дрожжами, растворите последнее, добавьте сахар, масло мягкое, яйца, перемешайте. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Введите просеянную муку. Замесите мягкое и пластичное тесто, не добавляйте много муки, примерно 3-3-5 стакана, тогда булочки будут мягенькими. 6. Раскатайте тесто толщиной в 1 см, смажьте кремом, чуть отступив от края. 7. Осторожно сверните в рулет, острым ножом порежьте на кусочки, ширина на ваше усмотрение, но слишком высокие делать не стоит. 8. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом сливочным или растительным, положите булочки срезом вниз, накройте салфеткой и оставьте на 35-40 минут. 9. Разогрейте духовку до 200 градусов, убавьте до 180 и поставьте булочки выпекаться. Время – 15-20 минут, смотрите по своей духовке, у меня электрическая. 10. Готовые булочки остудите и пробуйте. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Дрожжи – 25 грамм, тесто, яйца – 2 штуки, тесто, теплое молоко – 1 стакан, тесто, сливочное масло – 100 грамм, тесто, сахар – 4 стакана, тесто, мука – 3-3-5 стакана, тесто, крахмал – 1-1-5 столовые ложки, крем, сливочное масло – 100 грамм, крем, сахар – 3-4 стакана, крем, мак – 3 столовые ложки, крем, количество порций – 1-2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания, друзья!